Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Перевести на нужный нам язык. Я в данном случае кликаю русский. И опускаемся ниже. Здесь о компании можно прочитать. Я уже не буду зачитывать, да? Вот это все. Кого заинтересует, сами прочтете. Значит, и простые шаги: зарегистрироваться, пополнить, сделать депозит, ну и вывод. Как я сказала, проект работает 2 дня. Инвесторов уже 76 человек как бы присоединились. Но, естественно, выплат еще как бы и нету. Значит, и минимальный депозит здесь от $10 на 11 дней под 3%. Общая прибыль составит 133% с возвратом депозита. Далее идет тут по нарастающей. Значит, первый вот Венера, второй Меркурий 21 день, минимум $500 под 4%. Общая прибыль 184%. Далее Юпитер 31 дней, $1500. Значит, общая прибыль 255%, и начисление прибыль 5%, ну и так далее по нарастающей. И торговые боты здесь показано. Также у них есть дорожная карта. Ну и все. Регистрация здесь наипростейшая. Кликаем зарегистрироваться. Прописываем логин, email, 2 раза пароль. Сюда ставите галочку, кликаете зарегистрироваться. На почту мне пришло просто приветственное письмо и все. И попало оно мне в папку спам. После чего меня перебросило сразу в кабинет, я попала. Ну, у меня здесь все на английском, как бы, да. Переведем на русский язык. Я только что зарегистрировалась. Ничего еще не пополняла, не открывала. Делаю все в режиме онлайн. И здесь что пишут? Добро пожаловать, планета АИ. И как бы пополнить баланс. И откройте первый депозит. Ну, здесь наш как бы... почта, логин, тут IP, ну и все такое, да, как бы. И вот столько видим, да, много-много криптомонет. Можно как бы и в долларах пополнять, и в криптомонетах, что я и буду делать. Значит, далее мои операции, у меня здесь нет ничего, так как я ничего... Сейчас пройдемся по вкладочкам. Ничего еще я не депонировала. Видим, да? Переводим опять на русский. Реинвестировать можно. Видим, да? Мне пока нечего реинвестировать. Мои инвестиции, у меня нет ничего. Вкладочка «Мои партнеры». Находится наша реферальная ссылочка. Вот она. Вот сюда копировать, и она автоматически уже скопирована. Баннеры. Видим, да? Много баннеров. Далее, моя информация. Здесь тоже, наверное, нет ничего. А, ну здесь как бы логин, почта. Ну, можно прописать как бы сайт, социальная сеть. И далее идем в настройки. Обязательно. Так как нужно прописать платежные реквизиты. Здесь изменить пароль. Так. И смотрим. Вот это первое, вот это NX и ePayCore. Это в USD, как бы, да? Мы в долларах, остальное идет криптомонета. USDT, TRX, TRC20, потом BEP20,
ERC-20, полигон этот или полугон, как он, матик, биткоин, потом Ethereum, Tron. То, что я сделаю сейчас, я пропишу сразу адрес кошелька. Скопировала. И прописываем сюда платежный реквизит. Клику сохранить. Так. Платежный реквизит видим сохранен. Далее BNB, Litecoin, Dogecoin, опять полугон. Потом Tron и Solana. Я буду работать с Троном. Ну и выход. Не забываем о том, что, друзья, это инвестиция. Все, что связано с инвестициями, это всегда риск. Так что думайте сами. И минимальный депозит, как я сказала, от $10. Я рискну на 100 монет. Под 3%. Значит, что? Кликаю вот сюда, я кликну. Будем пополнять баланс. Значит, перекинула меня. Видим платежки. Да? Значит, нужно что сделать? Сначала нам выбрать, кликнуть на выбранную монетку. Значит, я выбираю, что Tron. Это ERC-20. А это вот Tron я кликнула. Далее прописать сумму в TRX в тронах. Это я удаляю, прописываю 100 монет, и мне будет начислено 100 монет. И, естественно, здесь как бы выбираем, какую планету мы покупаем. Ну, здесь по умолчанию как бы стоит сразу, да, вот эта первая монетка. Под 3% на 11 дней. Кликаю «Пополнить». И меня сейчас должно перебросить. Значит, что мне нужно сделать? Я должна перевести вот на этот адрес. Давайте переведем пополнение счета TRX на указанный адрес. Вот этот вот. Я копирую адрес аккуратненько. Так, зайдите в свой кошелек, переведите средства на адрес указанный. Сумма 100 монет. После одного подтверждения сети баланс пополнится автоматически. Это отменить запрос. Ну или по QR вот этому коду. Значит, я кликаю Send. Вставляю. Проверяем обязательно. Далее я прописываю 100 монет. Это в долларах $12. Далее. Подтверждаю. Все. Я у меня вот видим, да? Как бы я сделала депозит. Ну и все, теперь будем ждать, когда поступят монеты. Пополните баланс, давайте. Это мой счет. И будем ждать теперь пополнения. Здесь мои операции должно отобразиться все еще, как бы нет ничего. Да? Реинвест, мои инвестиции, мои партнеры, баннеры. Ну и все такое. Давайте обновим страничку. Еще нет, поставлю я на паузу. И как монетки поступят, я продолжу. Значит, монетки мне пришли, клику «Мои операции», даже, ну, там, я не знаю, полминуты, наверное, прошло, может. Очень быстро это все. Мои операции.
Вот опускаюсь ниже, смотрите. Вот они, трон, 100 монет моих. И они у меня встали сразу, как они поступили, автоматически они у меня уже встали в работу. Никуда кликать не надо. Реинвестировать нечего. Кликаю вот мои инвестиции. И вот они, Венера. Сегодня это время ихнее. У меня почти 11:30. Как бы 100 монет, трон, 3х. Следующее начисление завтра. 11 дней. Вот. Ну, как-то так. Здесь интуитивно все легко и просто. Ну, естественно, в настройках для вывода нужно прописать адрес кошелька платежного реквизита, с которым вы работаете. Ну и все, теперь буду ждать начислений. Ну и естественно вывод, когда я проверю его на вывод, этот проект, я запишу видео по выводу криптомонет. На этом все. Кому интересно, заходите, работайте, зарабатывайте. Но также, как я уже повторюсь, это инвестиции. Не забываем о рисках. Вот. Всем удачи, всем пока.